Привет, друзья и подруги, вы на канале «Что посмотреть?» И с вами, как всегда, я, гражданин-режиссер. Это разбор трейлера уже финальной серии, 10-й серии, последней серии первого сезона «Дома дракона». Роскошный, шикарный сериал. Но давайте, война начинается. И если нам показывали зеленых в предпоследней серии, то в трейлере мы уже видим Рейниру. Рейнис предупредила ее, прилетела и предупредила, что ей грозит опасность, ей надо собираться. И заметьте, здесь происходит то же самое, что и у зеленых. В роли Ото здесь Дэймон, который достает меч и уже готов воевать. А вот Рейнира, как и Алисента, как и ее отражение в зеркале, колеблется, сомневается, не уверена она. Дальше нам показывают уже, что у Рейниры тоже есть союз, тоже есть союзник. Тот самый стол, который был еще в «Игре престолов», тот самый стол Эйгона Завоевателя. И вот тут уже собирается новая коалиция, но даже дети вовлечены в это все. Мы видим, как дети Рейниры, сыновья, говорят, что мы это сделаем, нам не уточняют, что. Но не только дети Рейниры готовы действовать, и сын Алисенты Эйгон будет действовать в этой серии. Крупный план дракона — это именно его, самый большой дракон. Да, и еще он с себя снимает повязку. И эта сцена известна тем, кто читал книгу. А для тех, кто будет смотреть сериал, мы можем только догадываться, предполагать, возможно, перед кем он будет снимать, возможно, перед тем, кто и оставил ему эту отметину, возможно, перед сыном Рейниры. То есть война начинается, война вступает в сильную фазу. И Рейниру тоже будут короновать, у нас два, получается, правителя. Рейниру будут короновать короной Визериса, корона Выкрана. Одним из близнецов, который выбрал эту сторону. И, конечно, это мощная, сильнейшая сцена, которую мы видим. Эта сцена отсылает нас к той самой второй серии. Помните, когда Дэймон с армией стоит, и Ото Хайтауэр, и Рейнира тогда остановила кровопролитие. И в этот раз снова повторяется все, круг замкнулся. Финальная серия обещает быть мощной и даст этот мощный, громкий, звенящий финальный гонг. Перед тем, как мы уйдем на паузу, перед вторым сезоном. Ну а вы были на канале «Что посмотреть?» И с вами был, как всегда, я, гражданин-режиссер. До скорых встреч. Пока.